В окрестностях Афин сейчас около 2000 россиян. Никто из них не обращался за помощью и не заявлял о пропавших без вести. Об этом в программе «60 минут» рассказал советник главы Ростуризма по транспорту Дмитрий Горин. По его словам, отдыхающим в Греции россиянам ничего не угрожает. Пожар потушен, да, это очень важно. Власти полностью контролируют ситуацию. А в отелях очень серьезные меры противопожарной безопасности. Code accepted.